Denmark, where are you from? Denmark, I from Russia. I want to play music for you. What Listen. song? Guess your song I you playing for you. I don't know. I don't know. Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск иностранной чат-рулетки, где я учу английский язык и играю людям на гитаре. Судя по названию и превью этого ролика, то я влюбился в одну из девушек из этого ролика. Так что смотрите внимательно выпуск и пишите в комментарии, в кого вы думаете именно. И как наберет это видео 10 тысяч лайков, то я сообщу это в своем телеграм-канале. Также в этом видео я одного из мужиков довел до слез, так что смотрим очень внимательно от начала и до конца. I'm good, and you? I'm good, thank you. It's very good. It's very good that you good. Yes. Yes. Very good. There. Play music. Okay, play. В этом выпуске нет рекламы, так что если хотите поддержать меня, то можете приобрести мой онлайн-курс по гитаре или заказать лично от меня видео поздравления, а также просто можете поддержать меня донатом или подписаться на мой Boosty. Все ссылки я оставлю в описании. Hi. Hi. I play guitar and I play bayan. Okay. How many languages do you know? Three. Good afternoon. Mm-hmm.
Good job. You are very good. What? Do you record? Yes, of course, I record. Live streaming or something else? Live streaming. Oh my god! Starlight. Hello. You hear me? Yes. Yeah. Where are you from? France. Where are you from? I'm from Russia. Okay. I play the guitar. Okay. Друзья, для тех, кто продолжает смотреть ролик прямо сейчас, то попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, так как я хочу набрать 100 тысяч подписчиков и получить кнопку от YouTube. Всем спасибо. Как вас зовут? Николай Попов. Меня Альберт зовут. Очень хорошо. А почему вы удивились, когда я начал играть? Да просто на гитаре, ты зверюга. А что это за песня была, вы знаете? Нет, не знаю. Это было 3 сентября, знаете? Не, это 3 сентября, я что-то такое услышал даже. Это да. 3 сентября. Я больше не буду слушать твои гитары. Эту песню больше не хотите, а другую может вам сыграть? Ну, давайте эту. Linkin Park. Я сейчас оплачу с нами. Я сейчас буду плакать нам. Чё, реально? Блядь, чё происходит нам, блядь, в нашем мире? Ой, ёбаный урод, нахуй. Ебанистый урод, нахуй, блядь. Я
особо плачет нам. Я реально сейчас буду плакать нам. Ну, вот такое дело, братишка. Нормально было сыграно? Ну да, бля, я чуть не расплакался от тебя, ну. А вы сегодня выпиваете или трезвые сидите? Нет, пока что не трезвый. Говно пьяный. Так, давайте я вам сыграю, наверное, Crow, такую композицию. Crow? Самую сложную композицию на акустической гитаре. Давайте, давайте, давайте. К нам приезжай, братан. Братан, к нам приезжай, в Якутск. Мы самый крутой, да. Любови еж увек ты чека. It's very good. Such a wonderful song. Where are you from? I'm from Russia. Wait. I let you one. I'm from Serbia. Аллел. Ты говорил по-русски тоже, да? А, по-русски говоришь? Я говорил, да. Это ты? Да. Энраста. Да, Энраста. Ты известный человек, что ли? Да. А, ну круто, я тебя не знаю. Ну, теперь знаю. You now. Давай. Алло. Yes. Вау. Вау. Мама. А света год браво. Вау. Yes. I'm streaming now. My YouTube channel Николай Попов. Попов. Is yes. Your channel this Nikolai Popov? Yes. It's Spanish music. Ты знаешь по-итальянски говорить? Я по-итальянски не умею говорить. Я знаю несколько слов только. Presto, prestissimo, largo, larghetto, andanto, andantino, lento, marendo. Я знаю только музыкальные термины на итальянском. Окей, брат. Увидимся, а? Чао. Сыграй Металлик. Металлика, сейчас будет Металлика. Unforgiven. Металлика вот такая только у меня. А что такое, гитара расстроена? Расстроена, да.
романтично. Молодец. Браво, браво. Yes. Откуда? Я из города Новошахт. Ростовская область, да? Ростовская область, да, знаете. А вы откуда? Мы из Москвы. Тоже жил в Москве, кстати. 7 лет жил в Москве. Молодец, хорошо играешь. Спасибо. Для себя или где-то? Да, по-разному, и для себя, и где-то, везде. Молодец, продолжай, у тебя талант. Давай. Давайте, давайте. Впускной. Спасибо.